В одно касание. Теперь туристы и бизнесмены из Китая, обладатели платежных карточек China Union Pay, могут оплачивать покупки и услуги в гостиницах, торговых центрах и магазинах по всей стране. Такую возможность предоставляет Беларусьбанк. Уже 10 тысяч терминалов принимают карточки Union Pay, в том числе бесконтактные. Это значит, не надо стоять в очередях. Более того, по карточкам этой международной системы можно снять наличные более чем в 500 банкоматах крупнейшего банка страны. А для удобства меню на Китае. Языке. Для Республики Беларусь это достаточно серьезный шаг в расширении нашего сотрудничества и возможности фактически проведения транзакций клиентами данной платежной системы на территории Республики Беларусь и осуществления платежей. Двустороннее сотрудничество Беларусьбанка и Union Pay International расширяет сеть обслуживания карт Union Pay и дает возможность осуществлять услуги как китайским предприятиям и жителям Китайской Народной Республики на территории Республики Беларусь, так и проводить трансграничные операции жителями сопредельных государств России, Европы и Центральной Азии. Раньше, пользуясь другими картами, у меня всегда был вопрос, получится ли оплатить ту или иную покупку. Да и когда рядом нет обменного пункта, тяжело, приходится думать, где же взять белорусские деньги. Сейчас со своей китайской картой я могу совершенно свободно пользоваться деньгами. Я уже опробовал такой банкомат. Очень удобно. В следующем году снять наличные по карточкам Union Pay можно будет во всех банкоматах Беларусьбанка, а это более 1200 устройств по всей стране. Банк также продолжает развивать форму безналичных платежей с использованием платежных карточек.